Запускаем секретный уровень No Rest for the Living, March of the Demons. Первым делом мы открываем эту стену, забираем зеленую броню и потихонечку начинаем отстреливать всех в этой комнате. Забираем дробовик, продолжаем насилие дальше, сливаем пинки. И этих импов тоже. Далее нужно нажать переключатель. Я сказал нажать переключатель. Пробежимся немножко сюда, постреляем от них и отключим холлайта от прохода. Потому что с дробовиком с ним воевать смысла не очень много. Откроем стену, заберем языковую. И дальше нам нужно бежать. Сначала за миниганом, а потом вот сюда. Мимо манкубуса. Мимо вот этих вот ребят. Все, что нам нужно, это дернуть переключатель, забрать все, что здесь плохо лежит, спрыгнуть. Так, вот этот выключатель, по-моему. Вот этот. Я застрял. Ладно, все, все хорошо, все нормально, без паники. Продираемся сквозь вот эту толпу. Нормально, выживаем, выживаем. Отлично. Расстреляем еще вот этих вот ребят. Хватаем супер дробовик наконец-то. И дергаем этот переключатель. Теперь нужно перейти на другую сторону каким-нибудь образом. Так, мы уже здесь. Берем эти аптечки. И включаем эту штуку. Ой. Это было не запланировано, ну ладно. Так, теперь ступеньки под центральной вон той вот штуки должны были подняться. Подбираемся туда, стараемся жить хоть немножечко. Я, пожалуй, отступлю немного, по-моему, там еще были аптечки. Ну, ты сам видишь, что происходит. Итак, сейчас нам именно на этом этапе нужно забраться на центральную платформу. Забрать оттуда плазмоган и вернуть переключатель. Сейчас мы это сделаем. Наверное. Отлично. Так. Лечимся. Так, пока не будем этого чувака трогать. Соберем тут патроны немного. Потому что нам надо подготовиться. Ладно, все-таки не мешает, я его расстреляю. Ай! Уведем их подальше. Все. Я, пожалуй, убью этих ревенантов. Они жутко бесят. Отлично. Ага. Ну, Хеллайта, похоже, придется завалить, потому что он как раз таки там, куда мне и нужно. Наверное, оставлю. Так, плазмоган, переключатель и... еще монстры. Открылись еще дополнительные проходы по бокам. Он позволяет маневрировать немножко свободнее. Немножко, опять же. Далее будут открываться другие проходы. Но, да ладно. До этого еще нужно дожить. Сейчас мы продеремся вот сюда, я надеюсь. Ай. Немножко получаю, но ничего страшного. Здесь есть берсерк. Так. Ждем, пока откроется эта стена, чтобы пройти. И вот таким вот именно образом, именно перемещениями. Мы обходим и отстреливаем слабых демонов. По возможности, при удаче скорее, более большие особи будут драться друг с другом.
Например, я очень хотел бы видеть дерущихся холлайтов и манкубусов. Прямо очень. Я думаю, они этим и занимаются. Так, видим, да? Ага. Теперь нам нужно зайти в этот коридор. Подняться вот сюда. Вот, заберем вот этого. И вот это. И этому. Дроби. Нажав этот переключатель, мы опустим мегасферу и выпустим паучиху. Нужно срочно валить отсюда, потому что здесь еще и арчвайлдер. Ой-ой-ой. Ай. Да, я так и думал. Так, это не лучший выбор оружия здесь. Как же ты тут не вовремя. Отлично. Мясной щит. Сделал свою работу. Так, эти ребята заняты. Отлично. Я, пожалуй, пойду и убью паучиху. Потому что она может очень быстро нас расстрелять. Попытаюсь поискать Аршвайла после этого. О! Кстати, о нем. Интересно, много воскресить успел? Отлично. Плазму особо жалеть не стоит, здесь по уровню разбросаны батареи для нее. Какой же ты живучий, а? Так, ну я полагаю, что все уже более-менее открыто. Можно потихоньку добивать остальных существ. Так. Их число стремительно сокращается, как и число моих ракет, но у нас есть еще и плазма. Ай, блин, все-таки получил. Отцепим немножко. Здесь вот еще почему-то пасутся пинки. Наверное, за мной бежали, когда я сюда поднимался. Батарея. О, кстати, да. Что это за звук был, интересно? Вроде там ничего не должно опускаться. Ну ладно. Там, да, в стене была карта. Наверное. Сейчас я вот этих вот постреляю немножко. Ох ты. Ну да, наверное, сейчас мы ее возьмем. Секретная карта. Так, и где-то еще слышу, ребят. Слушай, пол. С этим разобрались. У нас еще манкубус есть. Так. Но нет ракет. Ладно. Плазмы добьем. Оу, он уже был побитый. Хорошо. Так, откроем еще эту стену. Здесь тоже секретик есть небольшой с ресурсами. Так. А, секундочку, надпись сейчас исчезнет. Меня смущает этот счетчик. Ну вот, то есть я явно не всех убил. Я понимаю, что... А что это за звук сейчас был? Как будто что-то открылось, да? Странно. Так вот, насчет счетчика, я понимаю, что Маршвелл всех воскрешал, но, по идее, воскрешенные монстры считаться не должны. И вот как я теперь должен понимать, убил ли я всех или нет? Это недоработка небольшая, конечно же. Дело в том, что даже если я закончу уровень и вот опять звук. Что это такое? Это, видимо, какой-то прикол соус-спорта местного. Я просто вот здесь я его первый раз слышал. Мне интересно, что его вызывает. Я много времени, конечно, тратить на это не буду, но просто это странно. В любом случае, если я не всех убью, даже если я там поубиваю миллиард тех, кого Арчвайл воскресил, но оставлю кого-то, знаете, кто изначально был на карте, кто не умирал, вот монстр, ни разу, у меня не будет 100% убийств.
Знаю, где вот последний точно есть, вот здесь вот. И получается, я там сейчас... Ну странно, счетчик сделали, очень странно. Воскрешенные Арчвайлом монстры не должны считаться. Как, впрочем, и порожденные души. Ну, как Пейн Элементова. Так, ну ладно. Хватит ходить, возьмем секрет. Все, все секреты найдены. Нужно проверить. Там вот в дальних уголках никто ли туда не затесался, потому что я уже не уверен, если честно. Зайти... Пойти на выход и обнаружить, что у меня там 99% убийств, и перезаписывать все это заново, ну... Не знаю. Такое себе. Ладно, давайте проверим уж. Вроде никого нет, никого не слышно, никого не видно. И... Отлично. Да. 103%. Но когда убиваешь всех, и еще убиваешь тех, кого Арчвайл воскресил, то да, пишется 100 и более процентов. Ну, неважно. Это вот эти вот маленькие глюки никак абсолютно не влияют на геймплей, на удовольствие от игры и так далее. Да, они немножко меня смутили, потому что я пытаюсь все-таки на 100% уровень завершить, но неважно. Самое главное, уровень. Вот именно вот эта вот карта секретная. Ну, прекрасный бой, особенно вот той. Это потом уже прекрасный уровень, особенно вот, вот когда начинаешь с чистого старта, это абсолютно бесподобно. Тебе надо как-то пройти между ними, вот собрать вот оружие, хоть как-то вот выжить, вот бегать, вот потрясающе сделан именно вот этот уровень. Да, там, конечно, очень много рандомных ситуаций, которые вот не позволят сделать вот это вот так вот более-менее гладко. Я там чуть не сдох пару раз. Или даже больше. Но это буквально вот моя вторая попытка записи этого уровня. Первый раз, да, я в том, получается, коридоре, где надо подниматься к двум ревенантам. И первый рубильник делать. Вот там, да, там меня, конечно, они побили маленько. Но ничего, сейчас все получилось. Мне очень нравится этот уровень. Маленький. Много таких проходов. То есть... Бои шикарные. Самое главное, бои шикарные. Да. Ну, ладно, до следующего раза. Вернемся к обычным картам. Сначала я ее уже случайно показал. Ну, в общем, всего доброго. Счастливо.